Я слышала, что вышел закон, позволяющий вернуть половину стоимости детской путевки в лагерь. Подскажите, кому полагается такое послабление и как все это организовать? Приказом Ростуризма 21.05.2021 года номер 187-21 об определении периода оплаты стоимости туристической услуги и установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставляется туристическая услуга, определены территории расположения детских лагерей и периоды для оплаты путевки в целях возврата части ее стоимости, в том числе включен Приморский край. Предусмотрена оплата стоимости туристической услуги, она должна быть осуществлена с 12 часов по московскому времени 25 мая по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 августа 2021 года. В перечень территорий, на которых предоставляется туристическая услуга, включен 85 субъектов Российской Федерации. Программа возврата части стоимости путевок детских лагерей стартует 25 мая, она действует до 15 сентября 2021 года. По условиям программы возврату подлежит 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Денежные средства автоматически зачисляются на карту МИР в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации об оплате туристической услуги. Также предусматривается, что для семей с несколькими детьми вернуть 50% стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой МИР, так как нет ограничений по количеству транзакций. Сообщается, что на сайте мирпутешествий.рф размещен список лагерей, участвующих в программе кэшбэка. Также там можно выбрать и оплатить предложение на сайте лагеря, туроператора или агрегатора. Продажа услуг лагерей начинается и начисление кэшбэка начинается с 25 мая и продлится до 31 августа.